Всем привет! 70-летний актер Борис Невзоров снова станет отцом. 45-летняя возлюбленная звезды сериалов «Каменская» и «Дальнобойщики» уже на последних сроках беременности. Для Елены Хрипуновой этот малыш станет первенцем, а для Бориса Григорьевича – третьим ребенком. Карантин с Леной на даче провел очень продуктивно. «Там хорошо, свежий воздух, скоро мы станем родителями», – заявил Борис Невзоров. Для избранницы 70-летнего Бориса Георгиевича это будет первенец. По животу вроде будет девочка, а там посмотрим. Ждем. У Лены уже возраст, ей 45 лет. Для нее это будет первый ребенок. У нас хороший врач. Дай бог, все сложится хорошо, делится артист выстраданным счастьем. Напомним, Борис Невзоров официально был женат 3 раза. В первом браке у него родился сын, во втором – дочь. С Еленой Хрипуновой актер познакомился в Малом театре, женщина работает там бухгалтером. Борис Георгиевич пережил невосполнимую потерю. Его вторая жена Анастасия Иванова ушла из жизни 3 июня 1993 года. Актер остался один с маленькой дочкой на руках. Артист до сих пор не может забыть о произошедшем. «Я вернулся домой и обнаружил, что она уже не живая. Когда я зажег свет, увидел, что все вещи валяются на полу. Я не помню, что происходило, что-то кричал, сосед мне помог вызвать полицию. Было страшно. Сначала и меня подозревали, ведь я первый ее нашел», – делился драмой актер. По словам знаменитости, его вторая супруга пострадала от рук знакомого ей человека. «Настя знала его, сама впустила, он был вхож в наш дом. Не дай бог кому-то подобное пережить». Этим человеком оказался брат жены нашего знакомого актера, откровенно рассказал Борис Георгиевич. Чтобы справиться с горем, актер уходил подальше от людей. Невзоров также признался, что в настоящее время виновного и всей его семьи нет в живых. «Господь всех наказал», – резюмировал артист. А у нас на этом все. Спасибо, что были с нами. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки, комментируйте. Всем пока!